Командир, наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получив его, мы сможем отправиться на Чар и вступить в последний бой с Керриган. Удачи, мистер Рейнер. Я чувствую, она вам понадобится. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Бойцы на позициях. Мы готовы к угону Одина. Вы уверены, что Тайкус справится, сэр? Да. Тайкус лучший кандидат для этой задачи. Правда, в бою он слишком увлекается. Так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Надеюсь, он разберется с управлением Одина. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично. Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Мальчики и девочки, пора заявить о себе. Понятно. Сэр, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Конечно! Включите автотурели! Опустите меня к этому монстру! Так точно! Приказ получен! Понял! Не дождусь! Ха-ха! Обалдеть! Дайте-ка порулить! Сейчас никому мало не покажется. Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. Пляшите у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. На базах Доминиона включаются системы защиты. Как всегда. Живее стройте базу. Придется бегать за Тайкусом. Будем надеяться, что он не начнет чудить. Хотя кому я это рассказываю? Навешать! Еще бы!
чего? СМ готов. Недостаточно минералов. СМ готов. Сэр, крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Эй, горячие головы, вам нужны миражи? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще, их можно будет построить в космопорте. Почему бы и нет? Войска союзников атакованы. Дальше, командир. Разнести базы. Эй, Джимми. Алло. Ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну, я пошел. Недостаточно минералов. Войска союзников атакованы. Кому горяченького? Бум! СМ готов! Выкладывай! Заделов! Войска союзников атакованы. Открытие. СМ готов. СМ готов. Войска союзников атакованы. Здоровится. Скажи КСМам, пусть меня подлатают. Сэр, он всегда столько треплется. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дела сделано, можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Впереди великие открытия. Отлично. Давай, удиви меня. Кому навешать? СМ готов. Отлично. Так точно, сэр. Вас понял. Приказ получен. СМ готов. Выполняю. Видеосвязь установлена. База атакована. Приказы будут? Задавим их интеллектом! Что может быть лучше, чем хлебнуть холодного пивка на куче обугленных вражеских трупов? Да! СМ готов!
готов. Все, надоело. Пошел гулять. Войска союзников атакованы. Высылайте подмогу! За дело. Так-так, красная кнопочка. А ты что у нас делаешь, интересно? Войска союзников атакованы. Высылайте подмогу! Вам, наверное, нужно время, чтобы подтянуть силы. Старый добрый Тайкус никуда не денется. Разбуди меня, когда будешь готов. Ядерная бомба в пару мегатон сойдет за будильник. Понятия не имею, что это. Вы можете принести мне образец? Тогда я наверняка что-нибудь узнаю. Ядерная ракета готова. Уже там. Подтверждаю. Легко. Погнали, Джимми. Пора бы кое-кому бошки порасшибать. Стволы наготове. Войска союзников атакованы. Высылайте подмогу! Прекрасно! Сигнал получен. Так точно? Отлично! Без проблем. Войска союзников атакованы.
Войска союзников атакованы. Высылайте подмогу! Уже там! Бум, девочки и мальчики! Да, вот это по-нашему! Войска союзников атакованы. Легко. Стволы наготове. Улучшение завершено. Что стряслось? Поди ж ты. Ура! Сверхурочные! Понял. Войска союзников атакованы. А! Чего пугать? Кого подлатать? Внимание! Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. Три базы уничтожены. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. База атакована. Вылетаю. Так точно? Подтверждаю. Стволы наготове. База атакована. Уже там. Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать. А то я даже не вспотел. Поняла. Передавайте координаты. Координаты получены. Боевое построение. Вектор движения задан. Тягу на полную. Пойду разомнусь. Улучшение завершено. Боевое построение. Вектор движения задан. Тягу на полную. Войска союзников атакованы. Координаты получены. Серьезно?
минералов выработано. Вкусный кусочек. В научном плане, я хотел сказать. Я не собираюсь это есть. Тягу на полную. Войска союзников атакованы. Обозначаю цель. А как вам это понравится? Я тут. Есть. Боевое построение. Чую, командир. Тягу на полную. Вектор движения задан. Месторождение минералов выработано. Ожидаю приказов. Координаты получены. Боевое построение. Месторождение минералов выработано. Есть проблема. На следующей базе эскадрилья крейсеров. А Один не приспособлен к бою с ними. Высылайте миражи из космопорта. Если их будет достаточно, они справятся с крейсерами. Вот это веселуха. Не волнуйся, старина. Я дам тебе время перевести дыхание. Вот так-так. Доминионские очкарики и правда все просчитали. Прошу извинить меня на минутку. Приказывай, командир. Да. Легко. Месторождение минералов выработано. Войска союзников, база атакована. Я тут. Тягу на полную. Впереди великие открытия. Ну, я готов. Вы там как? Слышим, мы отличные. Сигнал получен. Отлично. Без проблем. Передавайте координаты. Вся внимание. Приказывай, командир. Мне не нужны напарники. Джимми, надеюсь, ты меня слышишь? Иду на последнюю базу. Впереди великие открытия. Штаб, я вас слушаю. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Вы
пора жевать жвачку и драть задницы. Опа-на! Как это я пропустил кнопку с черепом? Обнаружен запуск ядерной ракеты. Как? Да, детка. Мир жесток. Отлично. С помощью Одина мы сможем захватить комплекс UNN на Кархале и выйти в эфир. Эй, капитан, слышишь меня? Теперь-то ты знаешь, кому поручать погромы! Это единственное, что тебе можно доверить. Ты в отличной форме, Тайгус. Вижу, в холодильнике ты не испортился. Ты знаешь, страх и насилие — первоклассный тоник. Должен признать, мы всегда были отличной командой. Ну да. Пока я не сел, а ты не заделался добропорядочным гражданином. Да. С вами Кейт Локвилл в прямом эфире из студии UNN на Кархале. И у нас в программе специальный репортаж Донни Вермиллиона. Кейт, сейчас я имею честь говорить с генералом Горацием Ворфилдом. Итак, генерал, я правильно понимаю, что вооруженные силы Доминиона готовы представить нашему вниманию Одина, новейшее оружие в борьбе с зергами? Совершенно верно, Донни. Один пройдет маршем по улицам Кархала. И полное освещение этого события доверено вашему замечательному каналу. Генерал, здравствуйте. Это Кейт Локвелл. До нас дошли слухи, что во время перевозки Одина возникли технические затруднения. Кейт. Это правда, Кейт. Отправку задержали, связь с заводом ненадолго прервалась, но робот прибыл в целости и сохранности, поэтому церемония пройдет по плану. Итак, процесс пошел. Скоро новое орудие уничтожения сотрясет тяжелой поступью улицы Кархала. Какая муха ее укусила? Передайте, чтобы она не вклинивалась в мои интервью. Значит, твой Хорнер все-таки управился с перевозкой. Поразительно. Ну и как Один показал себя в бою? Брат... Это величайшее изобретение человечества. Когда я шел и сметал врагов потоками праведного гнева, я чуть не разрыдался. А, в общем, только скажи, и я с радостью выйду на бис. Скоро будет такая возможность. Не волнуйся. Ну что, мастер, сможешь построить что-нибудь вроде этого Одина? Ты спятил? У нас мощностей не хватит для производства такого масштаба. А я думал, ты можешь все что угодно. Ха. Ладно, черт с ним с масштабом. Придумаю что-нибудь. Ты уж не волнуйся. Я тебе такую хреновину склепаю, рядом с которой этот утюг-самоход и близко не стоял. Вот увидишь.
Сэр, когда Тайкус поднимался на борт, я попросил техников просканировать его. Мэтт, тебе нужно срочно завести себе хобби. Сэр, я серьезно. В скафандр Тайкуса вмонтировано устройство, которое по сигналу может отключить все его жизненно важные органы. Этот скафандр — смертельная ловушка. Он постоянно на волосок от смерти. Кто же подписал ему приговор? Мёбиусы? Тайкус, Тайкус, во что же ты ввязался? Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Новость о нашем налете на Волгалу еще не дошла до Доминиона. Они не знают, что Одина угнали. Пришлось задействовать все возможные связи, но Одина с Тайкусом я на поверхность выгрузил. Мэтт, ты гений. Сложно представить, чего тебе это стоило. И не представляете, сэр. Я намерен прижать Менгска любой ценой. Они ведь все еще ждут Одина на студии UNN для съемок передачи. Именно. И мы их не разочаруем. Одином будет управлять Тайкус, потому что он единственный, у кого есть опыт. Он создаст элемент неожиданности, и как минимум несколько минут доминионцы будут метаться, а мы в это время нанесем удар. Точно, воспользуемся замешательством и построим базу. Командный центр для этого мы уже позаимствовали. Коварный план, Мэтт. Мне нравится. Если Тайкус во время атаки нанесет доминионцам достаточный урон, то отправить передачу в эфир будет сравнительно просто. Помните, у нас будет всего несколько минут, прежде чем доминионцы поймут, что Одином управляет Тайкус. После этого они стянут сюда все силы, чтобы остановить нас. Как бы там ни было, мы устроим Менгску веселое шоу. Пора начинать. Я взломал сеть службы безопасности Доминиона. Отправляю координаты их основных сил. Тайкус, можешь начинать погром. Думал, ты никогда не попросишь. Приказываю вам остановиться, или вы будете уничтожены. Дорогу слонам Султана.
мощно. Дорогу слонам султана. Сейчас будет жарко и больно. Мне нравится. Рагнарок-н-ролл. Сейчас будет жарко и больно. Мне нравится. Узрите новейшее орудие Доминиона Одина. Дорогу слонам султана. Мощно. Мне нравится. Рагнарок-н-ролл. Мощно. Рагнарок-н-ролл. Сейчас будет жарко и больно. Слонам султана. Мощно. Дорогу слонам султана. Рагнарок-н-ролл. Надеюсь, эта штука застрахована. Мне нравится. Голова идет. Сейчас будет жарко и больно. Надеюсь, эта штука застрахована. Мне нравится. Сейчас будет жарко и больно. Мощно. Они подняли тревогу. Скоро меня отключат от системы. Не торопи, мальчик. Имею я право получить удовольствие от работы? Сейчас будет жарко и больно. Слонам султана. Рагнарок-н-ролл. Мощно. Дорогу слонам султана. Рагнарок-н-ролл. Никогда не сдавайся. Мне нравится. Дорогу слонам султана. У нас кончается время. А, у них тоже. Не наводи панику. Сейчас будет жарко и больно. Рагнарок-н-ролл. Мощно. Сейчас будет жарко и больно. Доминионцы переключились на шифрованный канал. Я больше не могу отслеживать их расположение. Но я получил доступ к внутренней сети UNN. Теперь нашим бойцам нужно будет задержаться у каждой из станций на некоторое время, чтобы можно было отправить передачу. Чтобы выйти в эфир во всех секторах Доминиона, нам нужно будет удерживать каждую станцию достаточно долго, чтобы загрузить данные. Захватить и удержать станцию может любой боец. Менгск не будет сидеть сложа руки.
Нужно торопиться. Выкладывай. База развернута. Передаю управление вам, сэр. Какая прелесть! Можно мне его оставить? КСМ готов. Дорогу слонам султан. Вооружен и опасен. Что стряслось? У меня есть для вас сюрприз. Торы будут помельче Уокена, но не более шустрые. А мощность выстрела у них, дай бог, каждому. Пользуйтесь на здоровье. Самого большого мне оставьте. КСМ готов. Пристройка завершена. КСМ готов. Я уже заждался. А? Чего пугаешь? Есть. Недостаточно? КСМ готов. Я тут. КСМ готов. Кого подлатать? Да. КСМ готов. Понял. Надеюсь, эта штука застрахована. Можно мне его оставить? Мне бы на передовую. Пощупаем-ка эту крошку. Улучшение завершено. Пути. Thank you.
готов. Брось с дороги! Бежим, готов! База атакована. СМ готов. Улучшение завершено. Улучшение завершено. СМ готов. Канал открыт. Подтверждаю. Штаб вас понял. Чем порадует? Кому навешать? Есть свободен. Есть. За дело. Выкладывай! Положись на меня! Куда стрелять? Сколько можно сидеть без дела? Какая прелесть! Можно мне его оставить? Улучшение завершено. Надеюсь, эта штука застрахована.
Чего пугаешь? Улучшение завершено. Призрак явился. Что стряслось? Ядерная ракета готова. Пристройка завершена. Есть, сэр. Улучшение завершено. Очиняк. Ну да, конечно. Призрак явился. За дело. Мне не нужны напарники. Задавим их интеллектом! Давай, удиви меня! Окей! Месторождение минералов выработано. Призрак явился. Месторождение минералов выработано. Что теперь? Месторождение минералов выработано. Призрак явился.
подвигам готова. Какова ситуация? Тор уже тут. Познай силу грома. Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Впереди великие открытия. Что-что? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов. Видеосвязь установлена. Месторождение минералов выработано. Впереди великие открытия. Можно сидеть без дел? Положись на меня! Какие будут указания? Вооружен и опасен! Говори громче! Изнываю от скуки. Я воронку делать буду. Улучшение завершено. Выкладывай. База атакована. Место назначения. Царь-пушка! Канал открыт. Связь налажена. Так, познай силу грома! Что такое? Канал открыт. Связь налажена. Кого подлатать? Я
Какие будут указания? Есть работенка. Видеосвязь установлена. В бой или домой? Здравствуйте, командир. Так точно, сэр. Покатились. Какая прелесть! Можно мне его оставить? А? Чего пугаешь? Поди ж ты! Ура! Сверхурочные!